Нижегородские власти снесли могилу героя Великой Отечественной и на месте захоронения проложили дорогу. Причем в благих целях оправдываются чиновники. Они ведь хотели как лучше подготовить площадку к празднованию Дня Победы. В прокуратуре выяснил Александр Алексеев, их идею не оценили. При появлении Людмилы Тюриной работники городского кладбища разбегаются кто куда. Полгода назад здесь перезахоронили останки ее дяди, пропавшего без вести в годы войны рядового Виктора нередко. В канун Дня Победы могила исчезла. Первый раз ради ней, что ли? Да не делайте, Господи! Сейчас позвоню лавке, вы сразу делать начнете. Звоните хоть Господу Богу! О, Господи! В своем последнем письме рядовой написал, что его полк отправляют под Сталинград. Больше от него вестей не было. Родные обращались в архивы, но безуспешно. Пока в прошлом году поисковая экспедиция, работавшая в местах боев на Моздокском направлении, не нашла его останки в засыпанном окопе. Кружку нашли. На кружке было написано «Нередко ВС». В родном Богородске бойца перезахоронили со всеми почестями. Под залпы воинского салюта гроб с останками солдата опустили в могилу рядом с памятником бойцам, скончавшимся от ран в местном госпитале. В начале мая Людмила Тюрина пришла на кладбище и не поверила своим глазам. Я плакала то, что у меня пропал крест и все остальное. Городские власти содеянное объяснили исключительно благими намерениями. Просто хотели навести порядок. День Победы в преддверии, правильно? Куча народу придет. И оставить в том виде, который там было после зимнего захоронения, это просто было бы кощунственно. Наверное. В городской прокуратуре такие методы обустройства солдатского погребения не одобрили. После генеральной уборки могильный холм исчез, а крест почему-то перекочевал в кладбищенскую подсобку. По фактам выявленных нарушений городской прокуратуры вынесено постановление в порядке статьи 37 УПК для направления в следственные органы с целью проведения расследования и уголовного преследования. В то, что городские власти просто хотели обустроить солдатское погребение, Людмила Тюрина не верит. Срыв могильный холм место заложили пешеходной плиткой, которую после того, как скандал получил огласку, поспешили убрать. Да не успели. Теперь эти строительные материалы, скорее всего, станут вещественными доказательствами совершенного преступления. Александр Алексеев, Дмитрий Минеев, Андрей Грабилин, Пятый канал.